рассматривается административное дело по иску Воробьевой Ольги Геннадьевны к Сафиуллину Марату. Снять кандидатуру Марата Сафиуллина. Этого требует его оппонентка на выборах в местную думу Ольга Воробьева. Сафиуллина обвиняют в подкупе избирателей, использовании в агитматериалах фотографии без согласия на то автора и даже в разжигании межнациональной розни. Претензию высказывает представитель Ольги Воробьевой. Были размещены растяжки с текстом о том, что земля по праву считается исконной Татаро-Монгольской и с приглашением избирателей на праздник Курбан-Байрам. Подобное содержание агитационных материалов разжигает нетерпимость между этническими группами. Однако представители местной избирательной комиссии отмечают, Марат Сафиуллин сам жаловался, что кто-то от его имени выпустил фейковые листовки. Размещен якобы от его имени агитационный печатный материал, который представлен суду для обозрения. Данная жалоба его была направлена в ведомственности в МВД города Первоуральска. По словам представителя кандидата, растяжки с обещаниями отремонтировать дорогу и построить детскую площадку тоже не имеют к нему никакого отношения. Данный участок дороги будет отремонтирован до 10 сентября 2017 года. Естественно, нам не предоставил документы, подтверждающие, что размещением и изготовлением, и финансированием, да, изготовлением данного растяжки занимался именно Сафиуллин Марат Ильясович. Несмотря на предоставленные доказательства, листовки и скриншоты информпорталов, сотрудники прокуратуры уверены, все обвинения не обоснованы. Не доказан факт нарушения Сафиуллиным избирательного законодательства, который могли бы повлечь за собой отмену его регистрации в качестве кандидата. Поэтому полагаю, что будут удовлетворены свои требования, необходимо отказать. Судья поддерживает позицию прокуратуры и выносит решение. Удовлетворение административного иска Воробьевой Ольги Геннадьевны к Сафиуллину Марату Адисовичу об отмене регистрации кандидата в депутаты Первоуральской городской думы по одномандатному избирательному округу номер 8 отказать. В итоге Марат Сафиуллин остается в числе баллотирующихся в Первоуральскую городскую думу. К слову, этот процесс по защите чести и достоинства кандидата в Первоуральске не последний. Дарья Трофимова, Сергей Шемит, Интера ТВ.